Если прижаться к стенке с одной стороны, с другой под боком Распутина. Провести ночь вдвоем спина к спине. А если повезет, она вас не повернется. У коллектива три места в моем купе завалили до потолка инструментами. Эй, орлы, в чемодане, что ли, прикажете спать? И слышу голос Распутина, до мурашек по коже. Мужичка кидайте ко мне, его купе забейте барахлом под завязку. Огненным взглядом меня опалило. Лилипут не опасен. Всем спать. Дверь закрыла, переодевается в ночную рубашку. На меня ноль внимания. Будто перед ней не мужик, а стакан простокваши. При виде телосложения язык отнялся и прочие органы. Во поперло, рядом с Распутиной, буквально на расстоянии оплеухи. Одеколон он себе окатил. Вижу, запахом ее ошарашил. Остаток допил ради наглости. Есть вопросик насчет вашего творчества. Позвольте подсяду. Тут она ножкой как даст. Таких ног у меня еще не было.